Дорогие инвесторы, партнеры, зрители новостного канала Skyway Capital, меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите очередной выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Компания Dassault Systems объявила о том, что Skyway Technologies & Co. внедряет платформу 3D Experience для объединения возможностей разработки, инженерии, строительства и производства в единой цифровой среде. Сразу несколько статей нового выпуска научно-популярного издания «Машины и механизмы» были посвящены струнному транспорту и идеям Анатолия Юницкого. Почти треть выпуска рассказывает о самых разных аспектах струнных транспортных систем Skyway. В сентябре этого года в Берлине запланирована долгожданная премьера высокоскоростной модуль Skyway. Новинка уникальна по многим параметрам и уже вызывает удивление. Мы расскажем то, что стало известно нам уже сейчас. Новость о высокоскоростном Skyway вызвала достаточно бурную дискуссию, поэтому мы решили обратиться за разъяснениями к создателям и генеральному конструктору технологии Skyway. 5 августа в Минске состоится конференция Skyway Capital, на которой все его участники смогут поделиться своими впечатлениями о прошедшем ЭКФЕСе 2018. Узнать новости от представителя головной компании Skyway, а самые активные наши партнеры получат заслуженные награды. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 20 июня 2018 года компания Dassault Systems, о сотрудничестве с которой мы говорили ранее, официально объявила о том, что компания Skyway Technologies & Co. внедряет платформу 3D Experience для объединения возможностей разработки, инженерии, строительства и производства в единой цифровой среде. Ожидается, что внедрение платформы 3D Experience позволит Skyway Technologies принимать решения на начальных этапах реализации проектов, сокращая время на разработку за счет управления данными в реальном времени, обеспечения электронного документооборота, а также повышения скорости и качества совместной работы между департаментами. Последний этап внедрения планируется завершить весной 2019 года. В общем доступе появился выпуск научно-популярного журнала «Машины и механизмы». Сразу несколько статей, в котором посвящены струнному транспорту и другим идеям Анатолия Юницкого. От концепции общепланетного транспортного средства и характеристик струнного транспорта и до прогнозов развития технологий и их влияния на планету. Почти треть выпуска рассказывает о самых разных аспектах струнных транспортных систем. Читайте на нашем сайте, что написано о Skyway на страницах этого популярного журнала. Уже в этом сентябре в Берлине состоится долгожданная премьера высокоскоростного модуля Skyway, способного разгоняться до 500 км в час. Остановимся немного на самых важных и уникальных параметрах нового высокоскоростного модуля Skyway. Производительность. Устройство высокоскоростных транспортных систем Skyway позволяет организовать движение модуля с интервалом до 2 секунд. При этом на скорости 500 км в час расстояние между модулями будет равняться около 300 метров, что вполне приемлемо с точки зрения безопасности. Экономичность. Стоимость шестиместного модуля при серийном производстве будет примерно равна средней стоимости автомобиля. Однако основные расходы на перемещение – это не стоимость самого транспортного средства, а расходы энергии и топлива, которые при использовании Skyway станут в 4 раза меньше. Целесообразность. Skyway – это система эстакадного типа. С этим связано одно крайне важное обстоятельство – снижение материалоемкости, а следовательно и стоимости эстакады. А объясняется все это довольно просто. Уже теперь понятно, что струнный транспорт невозможно мерить старыми рамками и стандартами. Сегодня он демонстрирует принципиально новый подход абсолютно во всем – в логистике, эргономике, энергетике, автоматизации. Завтра он сам сможет стать стандартом, равняться на который и соответствовать которому будут стремиться и другие. Новость о высокоскоростном Skyway вызвала достаточно бурную, хоть и по большей части негативную дискуссию так называемых диванных экспертов. Но это не удивительно, однако мы решили обратиться за разъяснениями к главному эксперту, создателю и генеральному конструктору технологии, носящей его имя. Так что читайте ответы на самые частые вопросы и претензии с первых уст на нашем сайте. Меньше месяца остается до начала одного из самых долгожданных и любимых всеми мероприятий – ЭКФЕС 2018, дата которого в этом году назначена 4 августа. И Skyway Capital решил дать возможность каждому своему партнеру не только поделиться своими ощущениями по горячим следам ЭКФЕСа, но и узнать, чем запомнилось прошедшее мероприятие другим его участникам и организаторам. С этой целью мы организуем специальную конференцию, которая состоится 5 августа 2018 года в Минске.
В рамках этого мероприятия вы сможете поделиться своими впечатлениями, узнать новости о представителе главной компании Skyway, а мы, в свою очередь, выразим благодарность нашим самым активным партнерам и вручим кураторам регионов памятные значки и монеты для их партнеров. Вы можете узнать подробную информацию о мероприятии, а также забронировать билеты в личном кабинете партнера Skyway Capital в разделе «События». Купить билеты можно будет только до 25 июля 2018 года включительно. Спешите стать одним из участников конференции Skyway Capital по итогам Экофеста 2018. Вместе мы сможем сделать больше. И это были все главные новости на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах каждую неделю. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. И помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.